Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере», и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Некоторое время назад мы беседовали с нашим гостем Ильей Груздевым о акции «Молитва памяти». Мы беседовали о тоталитарном наследии, о том, как его преодолеть. И вот именно эту передачу, посвященную тоталитарному наследию, мы закончили примером Николая Николаевича Неплюева. Вот. И сегодня мы решили ему передачу посвятить, поговорить о его крестовоздвиженском трудовом братстве, вот. Поговорить о той гимназии, которую он сделал, и о том вообще опыте объединения людей, объединения детей, воспитания детей, воспитания людей, потому что в воспитании нуждаются не только дети, не только маленькие люди, но и взрослые зачастую тоже требуют воспитания. Воспитания духа, воспитания любви, воспитания добродетели, трудолюбия и так далее, так далее, так далее. Сегодня в нашей студии вновь Илья Груздев. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Вот. Ну и наверняка, может быть, не все нас смотрели в предыдущей нашей передаче. Давайте напомним вообще, почему мы заговорили о Николае Николаевиче Неплюеве и что уникального он сделал или предложил, каков опыт его уникальный. Николай Николаевич жил где-то во второй половине 19 века. И это время было такого серьезного размышления о судьбе России. Это было время реформ Александра II, потом контрреформ Александра III, или как-то там реакции такой Александра. То есть это непростое было время, которое вылилось в революцию. Как это не покажется странным, что вот такая вот империя, такая мощь оказалась вдруг надломлена. И в элитах того времени зрели разные проекты того, как нужно обустроить Россию, как сделать так, чтобы вот то социальное напряжение, те какие-то конфликты, которые были в обществе, их преобразить, да, были разные, может быть, какие-то проекты, да, вот мы знаем, что были западнический проект, да, который в том или ином виде и победил в конечном итоге, потому что, конечно же, революция — это апофеоз западнического проекта. Но был еще проект славянофильский, и вот Николай Николаевич Неплюев стоит, может быть, в какой-то мере даже немножко особняком. Потому что он ни в каких партиях не был задействован. И сейчас в нашем обществе, когда мы, ну, не знаю, мне кажется, устали от некоторого такого постоянного деления на партии, на какие-то вот... На страты, на слои. На какое-то вот бесконечное вот это вот... Хочется какого-то единства, хочется какого-то объединения. И вот мне кажется, что его личность и его опыт христианский, причем, очень интересен. Вот. Угу. Поэтому и хочется о нем поговорить. Он очень... Личность очень малоизвестная, к сожалению. Ну, может быть, вот вы принесли с собой фотографию, заодно сразу и покажем его. Да. Тут вот такая вот картиночка, если я могу поставить, наверное. Вот. Да, ну вот Николай Николаевич Неплюев, он был аристократом очень высокого, скажем, полета, да, то есть это был клан Неплюевых, он был, ну, в общем, родственник Романовых, то есть это высшая аристократия. Очень богатый был человек, его отец был очень большим помещиком, землевладельцем на Украине, в Черниговской губернии. Вот здесь вот он сфотографирован с совершенно юным созданием. Вот. И я сейчас, собственно говоря, поясню, почему. Ну вот, будучи хорошо образован, и получив образование и сделав дипломатическую карьеру, он жил в Мюнхене и в какой-то момент понял, что вот все вот это вот, что у него есть, его не радует. Что он тратит свою жизнь попусту.
При этом в юности он был таким религиозным человеком. Его часто заставали, что он сам читал Евангелие. Но потом, будучи уже молодым человеком, он как-то вот отошел от этой вот такой детской веры, вошел в такую вот какую-то светскую жизнь, и вдруг он ощущает пустоту. И тут случается мистическое такое, может быть, событие. Он видит сон, в котором он находится в крестьянской избе, вокруг него крестьянские дети, и он, значит, им что-то рассказывает. Он просыпается от ощущения какой-то неведомого для него уже счастья, осмысленности. Он бросает дипломатическую карьеру, приезжает к себе вот в это имение, в поместье, и начинает создавать школу для крестьянских детей. Надо сказать, что это не уникальное явление, да, крестьянских детей пытались как-то учить, но есть такой интересный тоже момент, он публикует, значит, в прессе воззвание такое, он говорит о том, что долг русского помещика в том, чтобы сделать все усилия для того, чтобы вот это вот население России крестьянское, которое по своему образовательному, имущественному, культурному уровню сильно отстает, вот, сильно далеко отстоит от этого. Он не был романтиком, он был лишен народнических иллюзий вот этих вот, что вот мы придем в народ, у них там как-то все хорошо, чисто. Этих иллюзий он был лишен. Он говорил о том, что наоборот, нужно вот этой вот элите общества, которая имеет образование, деньги и все такое, сделать все для того, чтобы преодолеть этот разрыв. Но преодолеть это не вниз, а преодолеть, поднимая вверх. Вот. И его высмеяли в прессе, сказали, что это утопические идеи, это совершенно несерьезно. Идеи, опять же, были в то время какие-то разные, либеральные, социалистические и так далее, ходили вот как-то в умах, но явно не такие. А это тоже ведь форма покаяния, о которой мы говорим. Покаяние только за те годы угнетения, которые, вот, собственно говоря, вот и сформировали этот разрыв, а разрыв взорвал Россию. Вот на этом разрыве, на этом несправедливости, чувстве несправедливости все социалистические идеи расцвели и привели к тому, что произошла революция. И вот он взял на воспитание этих детей, как вот он видел во сне, и учил их, но даже не столько учил, сколько вот можно дал возможность... Можно я буду пока поговорить? Я показываю тогда фотографии, потому что я вот их наблюдаю, и мне очень нравится. Вы говорите, рассказывайте, а я да, буду такую показывать. Да, я тоже вот с маленькими тоже детьми покажу вот такую вот тоже фотографию. Вот. И вот он этих детей, значит, учит, воспитывает. Воспитывает не столько научая, сколько вот именно погружая вот атмосферу любви, дружества какого-то, взаимопомощи. И при этом он даже делает такие вот, может быть, не очень покажущиеся нам вещи. Вот. Он, например, старается выделить детей из их крестьянской среды. Потому что он заметил, что дети, попадая, например, на лето опять к себе, значит, в деревню, вдруг оказываются совершенно потерявшими все то, что вот он вырабатывал в них. Вот. Поэтому он даже вот брал часто сирот, то есть людей, детей, которые как бы никому оказывались не нужны. Вот. И в итоге что получается? Вот эти вот воспитанники, закончив его школу, они решают, что они, ну, как сказать, не хотят уходить друг от друга, не хотят как-то расставаться. И рождается трудовое братство. То есть содружество людей, которые прошли вот это вот научение, воспитание и культурное, и христианское. И рождается вот это вот трудовое братство Крестовоздвиженское. Ну,
может быть, я немножко о нем тоже расскажу, вот о том, что вот эта вот образовательная инициатива, она имела последствия. Да-да-да. Вот это крестовоздвиженское братство, вот я такую тоже фотографию покажу, вот Неплюев в центре, окруженный уже повзрослевшими, вот, бывшими учениками. Угу. Это уже 89-й год, 1889 год, это вот его воспитанники, уже прошедшие вот эту школу. Внутри вот этого братства формируются определенные принципы, устои жизни. Весь смысл направлен на то, чтобы вот это вот напряжение духовной жизни, оно не оскудевало. Uh-huh. Да, вот интересная тоже такая зарисовка была. Вот гость, который гостил вот в его, значит, вот этой школе, проходя полем, увидел мальчика, который, значит, пас каких-то вот животных и читал книгу. Сам вообще сам феномен того, что, значит, пастух читает книгу, уже удивил. Но он полюбопытствовал, а что за книгу он читает? Оказалось, что он читал «Введение в философию Спинозы». То есть... Это такая маленькая зарисовочка, которая совершенно вот поразила. То есть это вот интенсивность такой интеллектуальной, духовной жизни внутри вот этой школы и после этой школы. Потому что Неплюев попросил на самом высшем уровне, пользуясь своими возможностями входа вот быть приближенным к императорскому двору, он попросил право, чтобы преподавали вот в его школе бывшие ученики. Mm-hmm. То есть это крестьянские дети бывшие. И, соответственно, интересная тоже у него такая педагогическая методика. У него каждому молодому человеку... Это вот человеку, служение, прошу прощения. Да, да, да. Это вот тоже он со своими воспитанниками. Это уже старшие вот в братстве крестовоздвиженском. Да, то есть он... люди, которые наибольше, как сказать, сил положили и как-то вот прониклись духом вот этой вот системы педагогической и братской жизни, они становились старшими, они определяли как бы уклад жизни. Угу. Вот, то есть Неплюев не был единоличным, скажем так, вот каким-то там диктатором, который там устанавливает все порядки. То есть это была такая, в общем, соборная на самом деле форма, когда... Вот. Интересный тоже такой педагогический прием у него был. У него каждому маленькому ученику, значит, к нему, значит, представлялся ученик чуть постарше, угу, который должен был быть ему, ну, вот таким старшим сверстником, который его оберегает. Угу. Ну, мы должны понимать, да, что вот детская среда, да, ну, как у всех есть опыт пребывания в школе, и дети в школе учатся, она такая склонная к каким-то вот ситуациям. Ну, фильм «Чучело» все смотрели, это как апофеоз такой вот того, что бывает в детских коллективах. Вот. Но вот эта вот возможность иметь тесное отношение с старшим человеком, не намного старшим, это нету конфликта взрослые и дети, позволяет тому, что вот люди тянутся. Вот. Угу. А те, кто старше, они, наоборот, чувствуют свою ответственность за младших. Ну, и плюс выстраивается, безусловно, такая вещь, как преемственность. Да. То есть это вещь, которая, ну, в корне утрачена в современном обществе. Вот. Она не ценится и не воспринимается как некая... ценность в церкви. Угу. То есть редко кто размышляет и рассуждает о том, что вообще, например, если так вот взять генеалогию церковной иерархии, так скажем, угу, да, то мы уткнемся в апостола, который когда-то проповедовал, поставлял епископа за епископа, вернее, епископ поставлял епископа и так далее, так далее, так далее. Вот мы доходим, например, до митрополита Самарского, Сызранского, Сергия, до, угу, патриарха Кирилла. Вот. Когда есть ощущение преемственности, это значит, работает определенный такой транзистор, что ли, передающий опыт мысли, передающий духовный опыт, передающий опыт нравственности, соотнеся себя с которым человек, ну, по крайней мере, себя обезопашивает, ну, в каких-то сложных кризисных ситуациях. То есть он уже
думает не своей головой, а головами там, тысяч людей, которые были до него. Я прошу прощения, перебью. Да, и вот здесь вот эта вот передача опыта, она сопровождена тем, что вот молодой человек, вот учась, он постепенно становится, приобретает некую ответственность. Да, то есть ответственность за младших, ответственность друг за друга. Можно я вам передам вот эту вот очень трогательную фотографию, чтобы на фоне... Да, да, вот есть кроме... Да, вот кроме Неплюев сам, значит, вот курировал как-то больше вот училищем для мальчиков, но до революции было раздельное образование. А вот его сестра и мать, они как раз, значит, вот старались заниматься училищем для девочек. То есть девочки тоже получали. Просто такой очень трогательный взгляд этих двух девочек на переднем плане. Ну да. Вообще полезно, вот я вот на той передаче говорили о том, что полезно читать книги дореволюционные. Очень полезно смотреть фотографии дореволюционных людей. Просто на лица смотреть. Вот. Ну, продолжим. И вот эта вот педагогическая система, она еще в себе включала такие вот подведения каждую субботу итогов жизни, когда все собирались от мала до велика и, значит, обсуждали все, что было за неделю. Причем это не было педагогическое собрание, где там обсуждаются учебные планы. Это именно было обсуждение жизни. Потому что вот сам Неплюев, например, говорил о том, что главная проблема общества, и в том числе называющего себя христианским, о том, что вот дореволюционная Россия была очень поверхностно христианизирована, это было всем понятно на самом деле. Вот главная проблема была в том, он об этом постоянно говорил, что жизнь не соответствует тому, что значит, люди исповедуют в Евангелии. Да? То, что вот они устами чтят Бога, а делами делают то, что противоположно. Вот это вот ну, своего рода ересь такая жизни, то есть не ересь веры, да, мы все православные, да, она для нас очень важно, правоверная, вот то, что вот у нас правильная вера. Вера правильная, а вот жизнь, она идет вразрез с верой. И это, вот на это он постоянно указывал. И вот он, собственно говоря, с этим и боролся. Он старался сделать так, чтобы у всех его учеников, и больших, и маленьких, как вы верно сказали, потому что с маленькими в какой-то степени даже проще, они как-то еще слушаются. А вот большие, они уже имеют свободу какую-то, которой они могут недолжно воспользоваться. Вот чтобы было вот это вот напряжение, была взаимовыверка какая-то, вот чтобы люди учились слушать вот что вот Господь говорит в этом собрании сейчас, да, кто идет вразрез с Духом, кто противится вот этому вот общему такому духовному напряжению, которое существует в жизни, кто действует, нарушает законы любви. Очень такой, да, во время таинства крещения очень красивый обряд пострижения волос. Вот, которые часто люди, которые сторонние, молча понимающие, наблюдают, говорят: о, неужели нашего ребенка там в монахи постригают, вот, все, неужели жизнь для него закончена, вот, приходится объяснять, что это обряд, который имеет такую древнюю, очень старую символику, да, Христос еще до иконного изображения изображался символически в образе пастыря с овечкой. Вот. И сам он часто использует этот образ не потому, что все те, кто за ним пошел, это овцы и бараны, да? А потому что овечка очень интересное животное. Она, когда, она очень тонко и чутко реагирует на голос пастыря, который ее пасет. И если она слышит голос пастыря, то она стоит безропотно, когда тот ее стрижет, когда тот какие-то манипуляции с ней выполняет, ну, естественно, не режет, да? Вот, ухаживая за ней. То есть совершенно безропотное такое, потому что умеет не просто слышать, да, но умеет и слушать, то есть внимать голосу. И это, конечно, очень важная вещь вот для нашего современного общества, общества таких
глухих при наличии ушей. Вот. То есть уши-то есть, и вроде даже слышат, например, зачастую какую-то и просьбу, обращенную к ним, но не умеют на нее откликнуться. Вот тоже момент, который является таким, ну, печальным следствием вот этого самого тоталитарного наследия, да, то есть абсолютная взаимоотчужденность, абсолютная разрозненность, преодолеть которую бывает сложно даже вот на таком элементарном уровне, когда услышать чужую просьбу, чужую беду, просто чужое мнение и внимать ему. И вот надо сказать, что вот этот вот заложенный фундамент Николая Николаевича, он просуществовал достаточно долго. Дело в том, что вот он умер сам в 1907 году, а братство продолжило свое существование, крепло, расширялось, в том числе экономически, потому что когда оказалось, что вот на таком фундаменте устроенная трудовая жизнь, она, ну, очень хорошо и успешно движется. То есть вот та экономическая повестка, которую задавали большевики, о несправедливости в распределении там, доходов там, и так далее, она преодолевалась, вот, когда вот это было совместное такое трудовое усилие. И разрушено братство было только во время коллективизации. Потому что даже 20-е годы они переоформились в коммуну. Вот, но уже вот коллективизация была направлена персонально против старших. Именно было определено, кто старший в этом братстве. Их арестовали, а остальные, значит, уже не смогли как-то разъехать. Не в курсе, есть ли среди них прославленные новомученики, исповедники? Есть. Вот среди священников. Но у нас так часто получается, что все-таки есть некоторая такая тенденция к прославлению клириков. А священников было немного. То есть было несколько священников в составе братства. И вот, например, такой отец Роман Медведь. Медведь? Да, его фамилия такая, Медведь. Он, я боюсь соврать насчет прославления, но то, что он потом, будучи в Москве, тоже пытался делать вот это вот такое братское движение, и он оказался близок к тем кругам, вот Мечовским, например. Вот. То есть вот я пытаюсь какую-то вот такую ниточку протянуть. Ну, скажем так, вот прославление, оно в основном у нас происходит такое несколько, может быть, часто механическое, в том смысле, что если священник и пострадал, вот, тогда и вот получается прославление. А ведь если мы будем канонизировать всех христиан, которые пострадали в годы, это ну, надо да, тысячи и миллионы. Да, да, да. Вот, поэтому. Вот. И вот во время коллективизации вот это братство было искусственно разрушено, но вот, например, опыт такого педагога, как Макаренко, известный, он на самом деле был связан вот с неплюевским братством. Илья, на сегодня у нас передача закончена, да. Чувствуется, что здесь мы ставим многоточие, но многоточие, возлюбленные во Христе, мы ставим именно для вас. Интересный опыт, интересные люди. Вы видели сами, какие лица. Лица у этих детей, лица у этих взрослых. Это совершенно не бездуховные, это совершенно не какие-то такие вот крестьянские, в самом плохом смысле слова, выражения лиц. Это умные, вдумчивые, духовные. Вот сегодня, может быть, прощаясь с вами, я хотел бы вас сопроводить фразой одного из современных православных психологов. Он говорил так, что духовные люди душевными болезнями не болеют. Храни вас всех Господь, читайте книги, просвещайтесь, узнавайте. До свидания.